И это возвращает нас к Писанию и к вопросу о том, как в Писании объясняется доктрина Троицы. Этот вопрос также разобран в книге «Нет подобного ему». Но все-таки давайте рассмотрим тексты Писания как Ветхого, так и Нового Завета, которые говорят о том, что существует всего лишь один Бог. И наиболее известен, скорее всего, это первый из перечисленных здесь текстов. Это текст, записанный в книге Второзакония, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Но другие перечисленные здесь тексты также говорят о том, что существует только один Бог. Но если вы в своих конспектах посмотрите на следующую страницу, то вы увидите, что есть также тексты, говорящие о множественности Божества. И сначала давайте обратимся к текстам Ветхого Завета, которые намекают на множественность Божества. И я намеренно называю это намеками, потому что я не хотел бы дать вам неверный посыл, что мы можем так запросто утверждение Нового Завета вкладывать в Ветхий Завет. Другими словами, мы не должны навязывать новозаветнее понимание Ветхому Завету, утверждая при этом, что ветхозаветные авторы наверняка имели в виду то, о чем пишут уже авторы Нового Завета. Что ж, в действительности все немного не так. Есть такое понятие, как прогрессирующее откровение. И мы уже несколько раз об этом говорили на нашем курсе. Что ж, какие тексты мы имеем в виду, когда говорим о доктрине о Троице? Что ж, мы с вами уже упоминали слово «Элохим». Это то слово, которое в Ветхом Завете обозначает Бога. И это слово по своей форме имеет множественное число. И есть те, которые на основании этого утверждают. Что ж, это должно означать, что авторы Ветхого Завета знали о Троице еще с самого начала, когда писали книги Ветхого Завета. Что ж, это очень поспешный и необоснованный вывод. Слово «Элохим», хоть и стоит во множественном числе, это обычное слово, которое обозначает Бога. Кто-то предположил, что это множественное число на самом деле множественное число царского величия. Просто суть в том, что этим словом подчеркивается царское величие Бога. Но никоим образом не подразумевается, что авторы предполагают наличие трех личностей в Божестве, что есть Троица. Но более значимым является то, что я высветил здесь для вас на слайде, а именно то, что, несмотря на то, что слово «Элохим» стоит во множественном числе, мы знаем, что это еврейское слово, означающее Бога, оно используется как существительное в единственном числе, и обычно за ним следуют глаголы единственного числа. И опять же, это лишь указывает на стиль написания ветхозаветных авторов. И хотя обычно слово «Элохим» используется с глаголами в единственном числе, то представляется необычным, когда в нескольких случаях это слово используется с глаголами во множественном числе. С грамматической точки зрения, это то, что вы ожидаете. Существительные во множественном числе и глаголы во множественном числе. Но это в случае с обычными существительными. Это существительное необычное. В некоторых случаях это слово используется в связке с глаголами во множественном числе. И вот здесь на слайде вы видите эти тексты перечислены. И точно так же, несмотря на то, что слово «Элохим» во множественном числе, когда используется местоимение, обозначающее Бога, оно стоит в единственном числе.
Хотя и здесь есть исключения. Бывают случаи употребления слова «Элохим» с местоимениями множественного числа. И вот эти тексты вы видите здесь на слайде. Я думаю, многие из них, если не все, вам хорошо известны. Это Бытие, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Местоимение стоит во множественном числе. Далее, Бытие, 3 глава, 22 стих. Это история об искушении человека и грехопадении, и о тех последствиях, с которыми пришлось столкнуться Адаму и Еве. Исайя 6:8 — это тот текст, где описывается, как Исаия был восхищен к Богу, и он видит себя у Божьего престола, и после того, как Исаия признает свою греховность, и затем, будучи очищенным от своего греха, он слышит, как Бог спрашивает, «Кого послать мне, и кто пойдет для нас?» Опять мы видим множественное число. И особенно интересным это становится, если вы обратите внимание на то, что в Новом Завете, мне кажется, в Евангелии от Иоанна, автор упоминает события, описанные в 6 главе книги пророка Исаии, и говорится о том, что Исаия на самом деле видел Иисуса, сидящего на престоле. Поэтому это становится еще более значимым, если учесть вот этот текст из Нового Завета. Что ж, это некоторые факты относительно имени Элохим, которые в Ветхом Завете предполагают множественное число. Но также в Ветхом Завете есть тексты, которые подразумевают, что есть сын у Яхве. Я лишь перечислю для вас несколько таких текстов. Более полный перечень вы найдете в книге «Нет подобного ему». Но вот вопрос, который стоит задать, предполагается ли в этих текстах божественность Сына? И, как мне кажется, на этот счет есть большие сомнения. Особенно, что касается текста в книге «Притч», где говорится о мудрости. И при этом делается допущение, что мудрость персонифицирована, и у нее появляется сын, и на основании этого вряд ли можно утверждать, что этот сын обладает атрибутом божественности. Хотя при этом не остается сомнений в том, что на основании этих стихов можно утверждать о том, что у Яхвы есть сын. Это ясно подразумевается. Но, кроме этого, в Ветхом Завете есть также упоминание об ангеле Господнем, как о неком божестве. И мы уже с вами об этом упоминали, когда говорили о различных формах откровения, что имели места такие явления, как теофания, когда Бог мог явиться и говорить, обращаясь напрямую к какому-то человеку. И мы называли уже те тексты, в которых упоминается ангел Господень. И этот ангел Господень, который являлся людям, отличается от всех других ангелов Господних. Мы понимаем, что есть множество ангелов, херувимов, серафимов, но вот есть один конкретный ангел, который в Писании назван ангелом Господним. И вот, к примеру, текст, записанный в 16 главе книги Бытие, где говорится об Агаре. Из этого текста становится ясно, что тот, кто явился Агаре, кто встретился с ней, это ангел Господень, и затем мы читаем, что она отвечает ему, называет его Господом, который говорил с ней. То есть она признавала божественность явившегося ей ангела. Что ж, есть еще одна группа свидетельств Ветхого Завета, которые предполагают множественность.
Бога. Это различные упоминания о Мессии, как о Боге. Это Исаии 9:6-7, очень известный текст. Я думаю, многие из нас знают его наизусть. Этот текст очень часто читается в церквах на Рождество, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». И тот факт, что этот сын воссядет на престоле Давида, как указывается в этом тексте, показывает, что речь идет о Мессии, и в то же время он здесь называется Богом Крепким. Связан ли Мессия с ангелом Господним? Вот это нигде в Ветхом Завете не разъясняется. И, конечно, в Ветхом Завете мы не находим откровения о том, что Мессией будет именно Иисус из Назарета. Поэтому мы можем сказать на основании этих текстов, что имеется предсказание о пришествии Божьего помазанника, Мессии, и есть тексты, которые подразумевают, что он будет Богом. Михея 5:2. «Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала одней вечных». И это тот текст, в котором предсказывается, где должен родиться Мессии. Что ж, вдобавок ко всему этому, в Ветхом Завете есть тексты, которые упоминают о Духе Божьем. И здесь есть то, на что нам с вами следует обратить внимание, проявить осторожность. Ну, во-первых, мы с вами не знаем, идет ли речь здесь об отдельной личности Божества, или здесь речь о самом Боге, подчеркивая при этом Его нематериальную сущность. И подобные тексты мы читаем в пророке Исаии, они здесь у вас приведены на слайде. Также есть текст, записанный в книге пророка Агея, в которых подразумевается некое отличие между самим Богом, с одной стороны, и Его Духом. И о том, что есть некое отличие, можно судить достаточно ясно. Отличие между Богом и Его Духом. Вот то, что не совсем ясно, так это является ли Дух Божеством. Дух, как отдельный от Бога Отца. И он нигде не идентифицируется с Мессией или с ангелом Господним. Он представляется отдельной личностью от них. И все-таки создается впечатление, что этот Дух божественен, хотя конкретных указаний на это мы не находим. Что ж, еще одно свидетельство Ветхого Завета о множественности Божества. Есть тексты, в которых имя Бога и понятие божественности связываются с несколькими лицами. И вы можете самостоятельно прочитать все эти тексты Писания. Они записаны в книгах пророка Исаии и пророка Агея. В одном из этих текстов написано, что «послал меня Господь Бог и Дух Его». И есть толкователи этого текста, которые утверждают, что «меня» подразумевается Иисуса Христа. Возможно, такое толкование этого текста, записанного в Ветхом Завете. Но даже если вы с этим не согласитесь, здесь ясно делается отличие между Богом и Духом Его. Что ж, какие есть вопросы об указаниях Ветхого Завета на множественность Божества? Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование.
поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Да. Мне не совсем понятно, почему мы должны проявлять осторожность, утверждая, что слово «Элохим» подразумевает Троицу. Что ж, это потому, что это типичное слово, которое употреблялось для обозначения Бога. И неважно, о скольких богах шла речь, об одном, двух или трех. Люди так и называли Бога. И я думаю, есть другие религии, в которых о Боге говорится во множественном числе. Причем подразумевается единый Бог, а не несколько богов. Это скорее свойство еврейского языка, еврейского стиля. И вот достаточно интересно следующее. Я думаю, я об этом уже упоминал. В книге Иова есть несколько текстов, где Бог называется другим словом — Элоа. И это слово в единственном числе. А слово Элохим — множественное число. Но мы ни в коем случае не скажем, что тот Бог, о котором говорится в книге Иова, отличный от Бога, о котором говорится в других книгах Писания. Почему же автор книги Иова использует слово в единственном числе, мы не знаем. И точно так же, почему здесь используется множественное число, неясно, еврейский стиль, скорее всего. И, похоже, это все, что мы можем сказать. И вот еще почему надо быть осторожными. Когда вы говорите, что есть три личности в сущности Божества, то вы делаете метафизическое заключение. Вы уже говорите об онтологии Божественной сущности, о природе этой сущности. Но при этом вы должны задавать себе вопрос, когда библейский автор пишет о Боге и использует слово «Элохим», и мы знаем, что он пишет о Боге, уверены ли мы в том, что при этом он пытается сделать метафизическое заключение о природе Божьей сущности? Вот это будет крайне сложно доказать. Но имя говорит о природе, так? Нет. Не более того, что ваше имя или мое имя говорят о моей природе. Опять же, сказать о том, что использование слова «Элохим» подразумевает, что автор не только хочет сказать что-то о Боге, но при этом он хочет раскрыть еще что-то. Используя это слово, он пытается сделать утверждение о том, что есть три личности Божественной сущности. Вы понимаете, что при этом мы заходим гораздо дальше того, что предполагали ветхозаветные авторы. Мы используем слово «Бог» во многих предложениях, и оно в единственном числе. Скажем, мы говорим, «Бог обратился ко мне вчера, когда я читал там такую-то книгу». Мы используем слово «Бог». Это наш повседневный язык. Тот факт, что слово «Бог» в нашем языке стоит в единственном числе, означает ли это, что на основании этого можно сделать некое метафизическое заключение? Скажем, что Бог — это Троица, или это всего лишь стиль? И точно так же в еврейском языке было принято использовать множественное число слова «Бог». И почему тогда, на основании того, что используется множественное число, мы должны делать вывод, переходя уже на метафизический уровень, что Бог состоит из трех личностей? Когда автор совсем не намеревался этого делать, он просто намеревался что-то сообщить нам о Боге, и другого слова у него не было. Это было то слово, которое он мог использовать. Поэтому он совсем не подразумевал, что три в одном. Опять же, как мы уже говорили об этом ранее, мы хотим извлечь из Библии максимум возможного, все, что она нам говорит. Но мы не хотим внести в Писание то, о чем она совсем не говорит. И заявить о том, что всякий раз, когда авторы пишут «Элохим», они подразумевают Троицу, это внести информацию сверх той, которая содержится в Писании,
о природе Бога. И по большому счету концепция о Троице раскрывается всей полноте лишь в Новом Завете. Она во многом проясняется. И интересно, что в Новом Завете используется слово «Бог» в единственном числе. То слово, которое у нас переводится как «Господь», «Кюриос», в единственном числе. Поэтому если слово несет в себе метафизический смысл, то тогда все авторы Нового Завета должны быть унитариями. Но мы понимаем, что это не так. И точно так же мы не можем сказать, раз ветхозаветние авторы использовали слово «Бог» во множественном числе, то они были тринитариями, что это свидетельствует об их вере в Троицу. Нет. В какой-то степени я бы хотел, чтобы они раскрывали нам более подробно доктрину о Троице, но если бы они это сделали, то мы бы уже не могли бы считать откровение прогрессирующим, во всяком случае, что касается вопроса о природе Бога. То есть, хотим ли мы утверждать, что с самого первого момента, когда Бог открыл о себе людям, Он открыл свою триединую природу? Во всяком случае, через общее откровение к такому выводу не прийти. Эта истина постепенно раскрывается в Писании. Но хороший вопрос. Все это очень уместно. Есть ли еще вопросы касательно ветхозаветных свидетельств о Троице? Что ж, тогда перерыв. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.